В Музее Победы продолжается образовательный цикл встреч юных ангарчан с ветеранами. Сегодня ученики 7-й школы внимательно слушали рассказ первостроителя Ангарска Раисы Безимовой. Отличник просвещения, ветеран труда, бывший директор школы, а ныне преподаватель краеведения, она рассказала о том, что приехала в Ангарск, будучи подростком, и столкнулась с большими трудностями. Для современных детей было удивлением узнать, что их сверстники в далеком прошлом ходили в школу лысыми, ели мандарины с кожурой, а в лютые морозы добирались в школу пешком или в кузове грузовика. Мы жили в тайге. Причем тайга, вот натуральная тайга, я вам скажу. У нас была крайняя юрта, и ночью мы слышали и в окошко видели, как прибегали, ну, искали пищу волки. Днем приходили к нам лисы. Я сама видела в окошко, но я сначала говорю, как-то рыжая собака, говорю, все время тут бегает. Раиса Николаевна рассказала про первую ангарскую школу, которая находилась в Майске на втором этаже общежития, где выпускники получали аттестаты зрелости. Такие встречи, как показывает практика, запоминаются детям и заставляют глубже изучать историю.